Эксклюзивно на Бусти и для ВК Донов. Подработка, а точнее отдых Эвон в самом ярком дизайнерском магазине Сеула. Помочь и научиться мастерству Эвон вызвались новички-айдолы Юпитер и Меркурий. Ссылки на этот безумно забавный выпуск в закрепленном комментарии. Здравствуйте, я Меркурий. Привет, я Юпитер. Яркий свет светит мне прямо в лоб. Просто закройте глаза. Сомбы, вы должны присматривать за нами. Я присматриваю. Дружок, простите. Как удобно. Хочу, чтобы каждый раз приходили хубы. Это утомляет. Сделай это. У меня чувство, будто я слугой стал. Как тебя зовут, Фредди Меркури? Вы всегда бездельничаете на работе? Нет, впервые. Я был потанцовкой для BTS. Ты меня сейчас задушишь. Глаз печет. Душишь. Фанатам нравится такое. Мои волосы в порядке? Все супер. Да, вставай. Мы заплатили, чтобы прийти сюда. Вы заплатили? Я скажу тебе, когда мы выйдем покурить. Круто! Опекун животного 20 лет! Лай 20-летний! Слышите этот лай? Я подрабатываю в отеле для животных! Место отдыха для щенков. Отель для собак. Рада повидаться с щенками. Простите. Увидела щенка. Я так взволнована. Вот что увидела Хэвон. Вход в рай. Милашки. Очаровательные. Пасет щенков. Внезапно одичала. Какая страшная тетя. Испуганно убегают. Милая, да безумие. Куда вы, ребята? Все-таки помирились. Это так утешает. Это лучший момент айдолов-работяг. Здравствуйте. 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 Я Шин Сангак. 8 лет опыта тренером. Здорово. Рад встрече. Все внимание на щенков. Этот малыш у нас мальтипу. Наполовину баллонка, наполовину пудель. У нас сегодня есть задание. Ты улыбаешься мне? Обрати на меня внимание. Время поиграть окончено. Нам пора приступать к работе. Пойдем быстрее. Наша работа — это не только игры. Но они такие милашки, хочу остаться здесь. Они сейчас остановились в этих комнатах. Да-да, у всех комнат разные размеры. Есть даже VIP-комната. Верно, есть 3 вида комнат. Разница между ними всего около 10 тысяч. Разница в эксплуатации. Давай посмотрим, как все устроено внутри. Пока щенки бегают на лужайке, нам нужно привести в порядок их комнаты. Они вернутся и будут в комфорте спать. Они тут спят? Конечно. В каждой комнате есть камера. Хозяин может наблюдать за щенком. Сначала мы моем полы, а потом возвращаем все на место. Я покажу тебе, что нужно делать. Да. Мы проверяем одеяло. Убираем лоток и миску для воды. Пожалуйста, убирай тщательно. Да, то же самое и с другой стороны. Озорная Хэвон. Возвращаем в исходное состояние. Да, возвращай. На какую собаку похожа Хэвон? Знаешь австралийскую овчарку? Что? Она называется овчарка. Овечка? Правильно, овчарка. Овчарка. У них глаза большие. Глаза. И бездонные. Как у меня? Именно такие. Радуется, что похожа на овчарку. А на кого вы похожи, Самбаним? Не по внешности, но по характеру. Я бешеный пес. Бешеный? Верно. У меня непростой характер. Правда? Страшно. Хорошо, веди себя. Ладно. Вторая комната — шпица. Уже что-то задумала. Зоркая бешеная собака все видит. Не кусай, пожалуйста. Подождите, это же VIP-зал. Да, третья комната из VIP-зала. Это самая большая комната в отеле. К VIP-клиентам у вас особые отношения? К сожалению, нет. Верно, мы складываем вещи наверх. Высоко. Я вынесу это для тебя. Пусть лучше Хэвон это сделает. Верно, она просто играет. Это твоя задача. Я не играла. Кажется, это я должен делать. Самбаним, что вы делаете? Мои руки так устали. Я сделаю это. О
Уборка завершена! Закончили. Пойдем. Скоро к нам придут регистрироваться. Не терпится увидеть щенка. Уже скоро они будут здесь. Здравствуйте! Добро пожаловать! Пожалуйста, заполните основную личную информацию. Напишите название клиники, чтобы мы проверили вакцинацию. Они правда звонят? Удивительно. Даже не думай нам наврать. Он немного лает, когда беспокоится о разлуке. Он беспокоится. И, наконец-то, мы проверим тело. Мы начинаем с осмотра ушей и глаз животного. Также смотрим на зубы. Они розовенькие. Как хорошо. Попробуешь? Да. Просто тискает. Проверим суставы. Кажется, все в порядке. Хорошо проверила? Замечательно. Давайте проверим багаж. Это ему покушать утром и вечером. Это на утро, а это на вечер. Это зубная паста. Просто распылите на зубы. Он просто ее проглотит, попшик и все. Просто распылить. Здравствуйте. Здравствуйте. Располагайтесь. Проверим багаж. Нагрудник. Простите, я могу надеть разочек? Гость, я надену себе разочек. Я проверю твои составы. Сейчас мы устроим шоу талантов. Нос! Мы проведем его сразу в комнату. Вы просто хотите потрогать? Верно. Здравствуйте! Здравствуйте. Сначала мы проверим ваш багаж. Только медвежонок – любимая игрушка. Ему оба нравятся? Да. Вижу, ему нравятся крутые медведи. Вкусы раскрыты. И самое главное – проверка тела. Он беспокоится о разлуке? Да, немного. Ты слишком беспокоишься. Клиент, это недолго. В этот момент нужно быть умелой. Комфортно. Мы быстро посмотрим. Проверка тела. Проверка запаха. Думаю, пора почистить зубы. Хочешь целоваться, сначала зубы почисть. Этого друга зовут Конг. Ты его уже видела. Зайдем. Здравствуйте. Я работник отеля Охэвон. Клиент, прежде чем съесть вкусняшку сладкого картофеля, сначала покажите нам трюк. Ваш носик, пожалуйста. Я разделю напополам. Витамины нужно дать. Нас спросили об этом. Сэр, дайте папку. Молодец, вот, пожалуйста. Надеюсь, вам понравилось обслуживание. Увидимся снова, спасибо. Акон, мы можем войти? Клиент, хотите вкусняшки? Вы очень хорошо кушаете. После еды что нужно делать? Почистить зубы. Покажите свои зубки. Хорошо, и с другой стороны. Отлично. Хорошо справились. С вами была Охэвон, спасибо. Правильно. Так тоже можно использовать. Настраиваем препятствия для собак. Это трудно, трудно. Быстрее переставляй. Теперь все готово. Для начала мы с тобой попрактикуемся. У меня есть идея. Ты будешь щенком. Или я буду. Щенком? Решил на КНБ? Да, проигравший щенок. Камень, ножницы, бумага! Стала щенком. Начнем? Я сделаю это. Внимание, марш! Сюда, прыгай, прыгай! Быстро, быстро, прыгай! Сюда, сюда, быстро! Деньги трудно зарабатывать! Туннель! Как мне залезть? Какие тяжелые деньги! Не видел никого, кто бы так делал! Последний прыжок, и мы закончили! Хорошо! Молодец! Вот, держи, держи! Твое угощение! А теперь по-настоящему! Давай! Я буду делать это! Нет! Может, все-таки передумаешь? Я буду с ним играть. Давайте щенок сам выберет с кем. Попробуем? Я ставлю его. Не зовем по имени. Отпускаю. Иди сюда! Сюда, 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 сюда! Сюда, иди сюда! В итоге выбрал дрессировщика. Отпускаем следующего щенка. Они двое пришли! Двойная радость. Давайте посмотрим, насколько они хороши. Конг, ты готов? Сидеть. Он готов. Давай, прыжок. Сюда, прыжок. Прыжок, прыжок. Что, что, что? Я поняла, почему он хотел это сделать. В туннель. Прыжок. Большой молодец. Нет, я поняла, почему ты его так любишь. Молодец. Акон, ты же справишься? Акон, ты сможешь? Мы сделаем это, Акон. Что ж, начнем. Бежим!
Скажи же ему прыгай, прыгать! Прыгай! Прыгай! Прыгай, да! Ты должна быть быстрее, щенка! Ты медленнее, чем собака! Верно! Акон, прыгай! Акон, прыгай! Прыгай! В туннель! Вперед! Позови его! Он решил вернуться. Сюрприз! Иди сюда! Зачем снова идешь туда? Прыгай! Вот так! Молодец! Закончили! Пообедаем и немного отдохнем. Хорошо. Мы всегда были дрессировщиком. Я всегда работал в сфере услуг. Сфера услуг? Я начал этим заниматься, когда учился. Мне нравились собаки с детства. Да. Я перешел в индустрию обслуживания собак. Там я прошел интервью. Они каждого рассматривали. Эта собака рвет траву. Гром, это трава! Трава! Нельзя это есть, сдерживайся! Сдерживайся. Вы не устаете от этой работы? Я устаю больше не от собак. Мне нужно быть более строгим и ясным с плохими собаками. Но те, кто не могут это принять, болтают всякую ерунду. Мы создали беззаботную жизнь для собак. Это же здорово. Замечательно. Они играют, едят, отдыхают. Он выделывается перед камерой. Он ищет внимание? Думаю, да. Вот как. Собаки такие милые. Вы сталкивались с трудными клиентами? Ты здесь это спрашиваешь? Что не так? Мне интересно. Это сфера услуг. Ну ладно. В таких местах возникает много различий в ценностях. Хозяева просят играть с невакцинированным и некастрированным. Не такой ответ я хотела. Что ты хотела? Были хозяева, которые хуже животных. Такое есть в индустрии развлечений? Твои самбе? Нет таких. Я встречала только хороших самбе. У меня то же самое. Вот как. Мирное соглашение. Нужно принять короткий душ и подготовиться к бассейну. Я поняла. Мы аккуратно поставим собачку вот так. Настрой температуру. Иди сюда. Акон! Акон, вытерем лапки. Давай вытерем ножки, давай. Ножки, быстрее. Нет. Его живот уже мокрый. Пойдем, пойдем. Будь осторожна. Да. Нужно подружиться с собачками. Для этого понадобится некоторое время. Верно. Он пришел, пришел. Молодец. Кон, попробуй зайти. Как может, развлекает собак. Акон, словить тебя? Мне так делать? Мне нравится Акон. Покажи нам. Так здорово. Как только они адаптируются, проведем урок. Прикрепляем через живот на липучку. Кон, все в порядке, порядке. Видишь, для плавания им подходит второй уровень. Да. Прыгай, прыгай. Конг, прыгай. У тебя мало энергии, должно быть весело. Акон, иди сюда. Давай, Акон. Он стал энергичнее вместе с тобой. Молодец, поворачивайся, поворачивайся. Мои штаны все мокрые. Возвращайся, возвращайся. Молодец. Мило, мило, как мило. Ты доволен? Вот так. Отлично. Если у собаки проблемы, мы можем помочь. Придерживать. Немного приподними. Они должны сами преодолеть это. Мы их отпустили. Все в порядке. Он на плаву, потому что у него есть жилет. Как здорово. Что? Я даже не плавала, но почему я так устала? О, детей запустили. Круто, круто. Бассейн превратился в сцену для собак. Вперед, вперед, вперед. Ребята, давайте. Отдает всю энергию играм. Еще больше опыта, еще! Больше удовольствия! Еще, еще, еще! Больше энергии! Больше! Здорово! В компании энергичных собак щенок Хэвон устала. Я хочу домой. Я хочу пойти домой. Закончили! Мы закончили! Твоя зарплата. Спасибо! Раз, два, три, пять, шесть. Я заработала 60 тысяч! Кон! Почасовая оплата 10 тысяч. Как тебе работа? Отличная. Знаешь, что говорят про любовь? Ты влюбляешься, когда думаешь, что он милый. Эта подработка началась с милоты и закончилась с милотой. Все печали и проблемы мира преодолеваются волшебством милоты. Сколько баллов дашь подработке? Я даю 4,8 баллов. На данный момент это самая высокая оценка. Но одна вещь мне не нравится. Я должна помнить о хозяевах. И не могу их слишком любить. Прямо сейчас я хочу расцеловать все их лапки. Но я не могу это сделать. Кроме этого, больше ничего. Я очень рекомендую. Супер рекомендую.
Испытайте это хотя бы однажды. Сегодняшняя конечная поза в стиле отеля собак. Я просто посплю рядом с Конгом. Спокойной ночи. Давай, Конг. Спящий конец. У вас были такие стажеры? Нет, если бы они были, они бы 5 минут убирали, а остальное время играли. Это идеально! Нашла работу мечты.